Рабунти-рабунтай. Настроение сложная штука. То оно есть, а то его нет. У бараша с наступлением осени настроение стало куда-то потихоньку пропадать. Он решил пойти прогуляться и поискать его. О. Здесь! Быстрее сюда! Бегу, бегу! Теперь сюда! Бегу, бегу, бегу! Нет, нет, теперь сюда! Бегу, бегу! Хорошо. Ну так, надо побольше прогреться, чтобы на всю зиму хватило. А если не хватит? Лучше не думать об этом. Бараш, отойди, солнце загораживаешь. Вообще-то сегодня дождь обещали. Подъем, солнце уходит. Сюда, здесь солнце. Бесполезно. Лето кончилось. Но мы же не успели прогреться. Увы, у меня, к слову сказать, тоже настроение какое-то несолнечное. Пойду к Савуне, напьюсь чаю, может, поможет. Ёлки-иголки! Ну, давай попробуем еще разочек. А вот сейчас поднимем. Ну как настроение? Поднимается? А теперь попробуй с мятой и ольховыми почками. Эксклюзив. Нашла наконец. Больше в меня не влезет. Какой тяжелое у тебя настроение. Никак не поднять. Простокол с минусом ему за поведение. О, придумала. Я дам тебе рыбьего жира. Настраивает даже рояль. Я и так чувствую себя рыбой. Кругом сыро, пасмурно. Небо немножко солнца. У тебя есть что-нибудь солнечное? Где-то были солнечные часы, но без солнца они не работают. Бараш думал, что теперь настроение у него появится только весной. Ведь и осенью, и зимой солнца так мало, что не успеешь толком настроиться, как оно исчезает. Солнце? Не может быть! Вира!
так сказать, выше. Оптимально. Хорошо печет. Я заварила чай из лесных ягод. Они целое лето впитывали в себя солнце, согревают и создают солнечное настроение на 5+. Прогревает. Создает. Ну просто лето какое-то. Друзья стояли под зонтиком и чувствовали, как они греют друг друга своим теплом, накопленным ими за лето. Еще они чувствовали, что этого тепла им хватит надолго и уж точно до следующего лета. Das ist Schrott, Schrott. Пим, что это у тебя здесь? О, изобретение, да? Найн, абсолютно бесполезный человечеству хлам. А куда ты это все? В утиль. Творческий кризис. Пим, погоди, погоди. Ну зачем же все в утиль? Вот, например, о, отличная вещь. Найн, это есть брак. А вот это? Классная же штука. Хлам. А это-то? Пин, а? Дрянь. А вот и... Найн. Смотри, смотри. Найн. Ну вот же ведь, это просто прелесть. Какая вещица. Найн, и куда негодный барахло? Ну вот хоть это, а? Может быть, хоть это пригодится человечеству? О, по-моему, это как раз то, что мне нужно. Ну вот что это, Пин, а? Это счастье мед. Что-что? Ну, счастье мед, понимает? Вот, прицелился в какого-нибудь несчастного, пиф-паф, и он счастлив навсегда. Не работает. Почему? Не хватает одной детали, очень важной. Где же она? Где же эта деталька? Деталь. Где она? Где-то здесь, закатилась куда-то. Железный такой мячик с дырочками. Ну, пошли к Пину. Знаешь, Крош,
По-моему, теперь мы потерялись. Ничего-ничего! Вот выберемся! Принесем Пину эту штуку! Он соберет свой аппарат! Будем все счастливы! Я был бы уже счастлив, если бы только выбрался. Же вы быть? Я так волноваться! Наконец-то я вас нашел! О, какое счастье! Вот, и мне пришлось быстро-быстро изобретать эту машину, ну, чтобы вас искать. Мой склад, ого, большой! Ногами не обойти очень долго. Классная машина! Я, полезная вещь. Ой, она упала! Кто? Деталь от частемета. Да, останови, Пин! Надо поднять! А, пустяки, мой друг, совершенные пустяки! Что сейчас вам нужно для счастья? Горячий чай и постель. Я! Сама вышивала. Ой, спасибо. Спасибо. Очень красиво. А что это? Это, в общем, подарок. На память. Обо мне, в общем. Раньше девушки всегда дарили такие штуки тем, кто отправлялся в дальние путешествия. Спасибо. Только я никуда не отправляюсь. Вот и хорошо. Но подарок все равно возьми. На память. Не уходи ты, мой голубчик, печальна жизнь мне без тебя. Дай на прощание обещание, что не забудешь ты меня. Вот, такой сможешь? Попробую. Ну что, подарила? Подарила! Ага, пригодился таки мой кисетик. Не зря я его тогда вышивала. Только Бараш ведь, он в путешествии никуда не собирается. Ничего-ничего, в путешествии-то любой дурак вспоминать будет. Главное, чтобы он тебя здесь не забывал. Хорошенькое дело, не забывал. Тут себя не всегда помнишь, не то что кого-нибудь. А как это так? Себя не помнишь? Да очень просто, памятливая моя. Со мной, например, всегда так. То позавтракать забуду, то пижаму с утра не переодену. Коллега, а вы не пробовали писать себе записки? Пробовал. И что? Забываю прочесть. А ты узелки себе завязывай на память. Узелки? На чем? Да на чем угодно. Вот, например, сидишь за столом, завязываешь узелок на краю скатерти, а потом смотришь на такой узелок и сразу вспоминаешь, зачем он завязан. Да? А этот, например, ты зачем завязала? А этот... Чтобы снять пироги!
другом. Принеси мне кисточку пошире. Хорошо. Да, Лосяш, и захвати, пожалуйста, шиферные гвозди. Там, в ящике. И гвозди. Ой, Лосяш, а еще шпатель и валик, будь добр. И еще саморезы захвати, раз уж ты все равно спускаешься. И еще круглую кисточку и такую на длинной ручке захвати, пожалуйста. Так, кисточки, гвозди, валик, так и вот так. Раз, два. Вот, держите, трудолюбивые, мы принес. Что ты принес? Это же шурупы, а я просил гвозди. А шпатель где? Я же просила шпатель. Странно, странно. Что это там, Лосяш, застрял? Это гвозди, это шпатель, а это кисточка. Как я мог забыть? Лосяш, иди ужинать! Конечно, конечно. А это что? Что бы это могло быть? Лосяш, а ты случайно Нюшу не видел? Видел. Если вы, друг мой неторопливый, поможете мне поднять этот буфет, у вас тоже будет шанс ее увидеть. Обещала сегодня на качелях покачаться. Я ждал-ждал, а ты так и не пришла. Да знаешь, Бараш, тут такие дела. Я как-то забыла совсем. Да. Так вот, чтобы не забывать, возьми, пожалуйста, вот это. На память. Ой, Лосяш, я ж твой свитер довязала. Вот. Смотри. По-моему, ты забыла снять мерку. Ерунда, так даже теплее. Размер не имеет значения. Главное, хорошая вещь, сделанная с любовью. На память. Новый год особо приятно встречать с друзьями. Ёжик решил пойти к кролику Крошу, чтобы встретить его, так сказать, сообща. Ну и, конечно, он надеялся, что к ним обязательно кто-нибудь заглянет на огонек. Кто там? Это я, ёжик, пришел встречать Новый год. Ты не мог бы немного подождать? Я сейчас не могу открыть дверь. Хорошо. О, ёжик, ты чего здесь стоишь? Крош просил подождать. По-моему, он занят чем-то очень важным. Чем это важным? Скоро Новый год! Крош, немедленно открывай. Я не могу. Если я открою дверь, то в нее может уйти старый год. А мне в старом году еще нужно успеть кое-что доделать. Ну ты хоть маленькую щелочку открой. Мы войдем и никого не выпустим. Хорошо.
Только быстро. Ну вот. Я же говорил, что он улизнет. Не переживай! Мы его задержим! Стой! Стой! Минуточку! Дедушка, постойте. Здравствуйте, дети! Доделывай, мы его держим! Так, дети, быстро слезьте с меня! Ой, это Каркарыч? Ложная тревога. Мы думали, что вы старый год. Спасибо, что не старый пень. Не сиди на снегу. Значит, вы хотите задержать старый год? Угу. Кто ж так задерживает? Будем задерживать по инструкции. Нюша следит за дверью и окнами. Лосяш сторожит калитку. Ёжик патрулирует двор. А я, осуществляя художественное руководство, всех впускать, никого не выпускать. 12 месяцев подряд ушли за поворот. И вот за ними по пятам уходит старый год. Не спи, приятель, на посту, не стой, разинув рот. Смотри, по снежному листу уже уходит старый год. Куда уходит старый год? Какие молодцы! Поют песни на свежем воздухе. Ах, какая елочка! Сейчас мы ее украсим. Теперь можно встречать Новый год. Мы не можем встречать Новый год! Мы должны сторожить старый. Пусть сторожит кто-то другой, а мы будем справлять Новый год. И где мы найдем такого простачка? Мы его слепим из снега. Феноменально! Тел не доделанных гора и три мешка хлопов. Но все равно уже с утра уходит старый год. А вдруг его мы невзначай обидели его. Проститься с нами позабыв, уже уходит старый год. Куда уходит старый год? Старый год. Старый год. Куда? Успел? Пока нет. Вырасти на 10 сантиметров. Вырос всего на 5. В списке 102 недоделанных дела. Но их же можно доделать в новом году. А старый так и уйдет недоделанным. Слышите? Старый год уходит. Жаль, но нельзя уговорить хоть раз в часы свой замедлить ход. Жаль, невозможно повторить от нас уже уходящий год. Где ты, самый счастливый, самый белый, самый новый, новый год? Здравствуй, самый счастливый, самый-самый. Здравствуй, Новый год. С Новым годом. С новым счастьем. С новым списком. Капут. Эх, ненавижу холода. Пришло время просить климатического убежища. Пора в отпуск. Весь год пахал, как проклятый. Это есть хорошо.
Отпуск – лучшая часть жизни. А куда? В самое прекрасное место на свете. Вальхалла – дворец в небесном городе, куда попадают павшие в битве воины и где они вечно празднуют и рассказывают о своих подвигах. Очень интересно, но пора заняться делом. У нас тут скорая помощь пострадавшим от осени. Держи, это для поддержки радости в организме. Мы проверяли, работает. Спасибо, но у меня отпуск. Вау, здорово! Куда? Это такое секретное место. Там много меда, интересные истории. О рыцарях? И рыцари, и рыцарские турниры. Там безопасно. Безопаснее некуда. И всегда хорошо. Очень вкусные пельмени с огурцами. Я тут кастрюльку пустую принес. Хочешь блинов с медом? Говорят, ты собираешься... Время-то как быстро пролетело. Значит, пора прощаться. Данке, очень нужные изобретения. Мы такими у себя все окна завесили. Стало темно, но оптимистично. По-летнему. Ага, и насчет изобретений. У меня есть один для хорошенько согреться в моем ангаре. Копатыч! А я скоро буду согреваться там, где всегда тепло. У меня билет, так сказать, в райское место. Посмотрим. Все-таки интересно, куда Копатыч поедет? Ну, сказал, в самое лучшее место на свете. Рыцари, мед, райское место. Что-то такое знакомое. Вальхалла, секретное место рыцарей. Ёжик, это секретное место погибших рыцарей. Кто ж туда по своей воле поедет? Ты знаешь, учитывая, что там делают мед, Копатыч вполне может туда отправиться. Холода и осенняя хандра не повод для таких глупых решений. И кто, интересно, будет сажать капусту и морковку здесь? Копатыча надо остановить. Все проверили. Ничего не забыли, точно? Точно. Ну, лосяшек, прощай. Как же мы без вас? Пора, пора. Пора. Стоп, стоп. У Копатыча началась зимняя спячка. Он в отпуске до весны. Так он чего? Просто спит? А Вальхалла? Вальхалла – это медвежий рай. И что хорошего в этой, как ее там? Вальхалле.
У каждого свой идеальный отдых. Райское место. Приветствую тебя в мире великих воинов. Как же мне вас не хватало, ребята. А ты малину на зиму укутал? Да. А грушу побелил? Да. А инструменты убрал? Нет. Какая длинная осень. Согласен. Нивы сжатые, рощи голы. Совершенно верно. А у нас никакой культурной жизни. Нечем скрасить досуг. Согласен. А может быть, устроим поэтический вечер? Нет, 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 было, это уже было. Бараш, не надо. А что если... Что? Музей. Все культурные существа ходят в музей, особенно осенью. Блестящая идея! А что мы будем там смотреть? Какая тематика? Каждый из нас должен пополнить коллекцию своим самым дорогим экспонатом. Для истории, для потомков. О, у Пина есть подходящий ангар. Прекрасно, места хватит всем. Вот так. Ты слышал, а? Ты слышал? Что я должен слышать? Ты должен слышать, что открывается музей. Все должны туда чего-нибудь принести. Самое дорогое, самое ценное. Что понесешь? Конечно, фантики. Это же целая коллекция. Самое дорогое. А ты? Понятия не имею. Ничего в голову не лезет. Разве что футбольный мяч? Но кому он нужен? Через 100 лет он так и останется скучным футбольным мячом. Ладно, что-нибудь придумаю. Ой, кажется, я забыл еще одно. Самое дорогое. Коллекцию стеклышек. О, а моя штанга? Грабли! Мои грабли! Телескоп! Граммофон! Забыл граммофон! У меня мед. Вот что самое дорогое. Вот, вот так и вот так. Ёжик, мои часы. Уникальный экземпляр. Хватит шуметь! У меня вдохновение. Поэма «Вечность». Настольная книга для потомков. Тише! Вы в музее!
кстати, бахилы надели? У нас наборный паркет. Какие бахилы? А все в своих тапках. Тогда, может быть, начнем экскурсию? Я и билеты приготовила. С кого начнем? Начнем с экспозиции лосяша. А чего к нему ходить? А? Я у него каждый день бываю. Ничего нового? Мы его экспонаты наизусть знаем. И твои, Нюша. Тогда и я к вам, уважаемый, не ногой. Боюсь наступить на те же грабли. Я вот тут подумал, может, это, в общем, вот. Друзья мои, а ведь это настоящий раритет. Самовар горячий. Несу фамильный сервиз. Мороженое для всех. Вкуснятина. Конфеты — моя слабость. Замечательное открытие музея. Знаешь, что на Дальнем Востоке некоторые племена считают, что заходящее солнце забирает с собой все грустные мысли, пришедшие за день. И только осенью солнце так торопится уйти за горизонт, что успевает забрать только половину. Поэтому осенью всегда так грустно. А мне вот не грустно. Смотри, какой подосиновик. И откуда ты только берешь все эти истории? Да из памяти лезет все, что не что не попросишь. О, да ты, брат, смотрю, простудился. Холодно, а ты без шапки. Пойдем лечиться, пока здесь всех не заразил. Болезнь, как некоторых гостей, нужно выводить в самом начале, когда они только пришли, а чемоданы еще не распаковали. А то потом как поселятся, и уже не поймешь, кто в доме хозяин. Что это? Настой шиповника. Вкусный и полезный. Еще я тебе дам пилюли. Они, может, и не такие вкусные, но тоже очень полезные. Шиповник. Да. А по одной легенде, шиповник вырос из крови девушки, которая, не желая выходить замуж за нелюбимого, заколола себя кинжалом. Какой ужас! Ой, ума не приложу. Откуда ты берешь все эти сказки? Кое-что читал, кое-что слышал, кое-что видел сам. Давно живу. Ну как ты их все помнишь? Я, например, тоже на прошлой неделе читала про эту... вот видишь, даже уже и не помню, про кого читала. Не знаю, просто история про шиповник и девушку когда-то очень впечатлила меня. Вот я ее и запомнил. Ты, наверное, в молодости был очень впечатлительным. Очень. Я вот думаю, как бы ночью ливень не разразился и не накрыл бы все наши планы медным тазом. Не разразится. Видишь, с гор идут кучевые облака. Очертания у них резкие. Значит, пастух доволен и не будет лить слезы. Какой пастух? Который пасет облака. Ну, так древние считали. Ну, а эта история чем тебя впечатлила? Точно не помню. Кажется, я потерял что-то. Очень переживал по этому поводу. И мне кто-то рассказал про небесного пастуха. И сказал: видишь, он там плачет из-за потерянного облака. А мы здесь вынуждены страдать из-за плохой погоды.
мол, надо поосмотрительней со слезами. А я третьего дня потеряла гантелю. Ну, видел у меня эти резиновые. Пока искала, вспомнила все нехорошие слова. Потом, когда нашла, слава богу, опять их забыла. Но если бы мне кто-то даже тогда рассказал про этого пастуха, я, честное слово, сегодня уже про него и не помнила. Зато ты помнишь тысячи рецептов. Я бы столько никогда не запомнил. Да что рецепты? 5 грамм того, ложку этого, перемешать и варить на медленном огне. А небесный пастух – это красиво. Приятно, когда в голове небесный пастух, а не 5 способов дезинфекции тапочек. Как это тебе удается? Не знаю, я чувствую ко всем этим историям причастность. Мне кажется, они меня как-то касаются. А когда тебя что-то действительно касается, то и в памяти остается более глубокий след. Удивительно. А плохие и некрасивые истории? Но не всегда же бывает все хорошо и красиво. Истории получаются плохими и некрасивыми не потому, что они с кем-то случаются, а потому что их кто-то неправильно рассказывает. Ты утром пилюли принимал? Не помню. Ты помнишь уйму всякой ненужной ерунды и не можешь запомнить, принимал ты сегодня пилюли или нет? У тебя такой возраст, что все нужно помнить про свое здоровье. Ты права, но веришь, такое ощущение, что меня это не касается. Что возраст, здоровье и пилюли про кого-то другого. Зато меня касается. Ну-ка, марш принимать пилюли. Живешь в иллюзиях, в воображаемом мире. Я жил в нем слишком долго, чтобы менять на другой. Волны, словно шлейф мантии уходящего властелина. До завтра, господин Солнце. Как красиво! Но я же ничего не запомню. Буду помнить только то, что ты забыл принять пилюли. Я тебе напомню. Хорошо бы, чтобы про нас тоже рассказывали много хороших и красивых историй. Пусть каким-нибудь образом это будет их касаться. Иногда случается, что вещи теряют свой смысл. Вот смысл окна, например, чтобы в него смотреть, а порой смотришь в него, а смотреть там нечего. Ничего интересного. Или вот какой смысл умываться по утрам, чтобы быть бодрым? А какой смысл быть по утрам бодрым? Какой вообще смысл быть по утрам? Непонятно. И непонятно, то ли жизнь всегда была бессмысленной, а ты просто не замечал этого, то ли смысл был, но куда-то затерялся. Не лежи на снегу, простудишься. Ну и что? А смысл не простуживаться? Чтобы не болеть. А смысл не болеть? Чтобы быть здоровым, елки-иголки. А смысл быть здоровым? Чудак, тебе что, не нравится быть здоровым? Причем здесь нравится или не нравится? Я не хочу быть бессмысленно здоровым. Тебе нужен смысл. Да. Во всем. Неплохо бы. Тогда тебе нужна кузинатра. Какая еще кузинатра? Кузинатра, дающая смысл. Да, она мне нужна. Но где ее искать? Это очень далеко. За смыслом хоть на край света. Веди меня. Нет, мне в такую даль переться незачем. Мне смысла в этой жизни и без кузинатры хватает. Умоляю, отведи, иначе мне, сынок. Ладно. Может, оно и стоит того? Я тебе удивляюсь. Зная о кузинатре,
ты ни разу ею не воспользовался? Меньше знаешь, крепче спишь. В тебе говорит усталый дух. Ты стал старым, черствым и равнодушным. Неужели тебе не интересно, в чем смысл жизни? А что мне даст эта информация? А вдруг окажется, что смысл жизни не есть сладкого и не спать до 12? Я тогда только расстроюсь. Глупый карлик, глупый старый, но добрый. Ты представляешь, какая только замечательная, наполненная смыслом жизнь начнется, когда тебе будет все понятно. Когда ты будешь понимать, зачем ты объелся пирожными до коликов, или вдруг ни с того ни с сего наврал с три короба, тебя не будет мучить неизвестность. Жить станет легко и ясно. Да мне и так было нормально, пока тебя сегодня не встретил. Ведь все беды от чего? От того, что каждый в одном и том же видит разные. Разные смыслы вкладывают, и получаются конфликты. А когда будет смысл один, настоящий, все будут жить дружно. Фу. Да сколько же еще идти к этой кузинатре? Не могла, что ли, поближе где-нибудь обитать? Нам нужно написать записку и составить схему маршрута до кузинатры, чтобы тем, кто нас найдет, было легче идти. Они будут сильнее нас и подготовленнее. Они обязательно дойдут. Они обязательно дойдут. Они обязательно дойдут. Мы заблудились в метели и сделали крюк. Сейчас ты немного отдохнешь, и мы снова отправимся в путь. Не надо торопиться. Кузинатра от нас никуда не денется. Смысл этого бульона, чтобы я его ел и набирался сил. Смысл этой кровати, чтобы я на ней спал и отдыхал, пока этих смыслов вполне достаточно. А 17 числа декабря месяца явилось снегу велика, что вызвало радость немалую среди народу. Ходили хоровод и учиняли другие потехи полезные. А потом решили, что уж и спать пора, да токмо не чаевничали. Да. Что-то лыжи не едут. У тебя есть чем смазать? Ну? Что это ты тут сочиняешь? Не сочиняю, дружище, а повествую. Пишу нашу историю, чтобы и через 1000 лет про нас знали. Предусмотрительно. И катались все с горки только. Что-что? Только бараш в стороне стоял, ибо боязно ему было. Это неправда. Мне не было боязно, ибо я просто не хотел кататься. Всем казалось, что я боялся. Не принимай так близко к сердцу. Кто-то боится кататься с горки, кто-то нет. Чего тут стыдиться?
Да что ты говоришь? Да через 1000 лет обо мне будут знать только это. Был какой-то трусливый бараш, боялся кататься с горки. Давай-ка переписывай, пиши, что катался, как и все. Я не буду писать неправду. Тогда я напишу. Это исторический документ, а не книга жалоб и предложений. Тогда я буду писать свою историю. Правильную. После битвы сэр Бараш подъехал к ее шатру, и фея Нюша вручила ему свой платок. Может, сделаем меня принцессой прекрасной? Точно! Потом я должен буду высвободить тебя из плена, но перед этим твое королевство захватят. Кто же его захватит? Гулять пойдете? Захватят коварные крольчище и ежище. Понимаешь, через 1000 лет язык может сильно измениться. Напишешь, например, ежик был настоящим другом. А через 1000 лет слово «настоящий» может означать совсем другое. А под ежиком вообще будет подразумеваться что-нибудь неприличное. Поток, нарисовал. И даже через 10 000 лет любой поймет, о чем речь. Спустя несколько тысяч лет начаться ледниковый период. И всем, Биль, холодно. Особенно динозаврам. Пин, дорогой мой, не трогайте динозавров. Вы их не видели. Пишите про себя. А если до потомков дойдет только моя история и никакой больше? Они будут знать только пин, 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 как будто никто больше не жил. Потомки должны знать и про динозавры, и про мою тетю, которая осталась в Фатерлянде. Слушайте, как пишется империалистической? С ума сойти! Все пишут историю, и все на свой манер. Если кто-нибудь когда-нибудь попробует разобраться во всех этих исторических записках, он же сойдет с ума! Во-первых, пишут не все. Копатыч, например, не пишет. Он же сейчас в зимней спячке. Во-вторых, чтобы не сходить с ума, нужно выбрать только одну историю. А все остальные либо подстроить под нее, либо объявить недействительными. Копатыч будет первым читателем. Мы должны успеть к нему первыми. У него сейчас фаза глубокого сна. Недельку поспит у тебя на коврике, а потом разбудим. И как только проснется, тепленького его и возьмем. И не отпустим, пока не прочтет. И не проникнется. Стойте! Минуточку! Ахтун! Ёжик, наше историческое будущее в опасности. Отдайте Копатыча! Он принадлежит всем! Мы его первые забрали! Господа историки, это же наш единственный читатель! Поэтому нашу историю он будет читать в первую очередь. Так нечестно! История нас рассудит! Стойте! Стойте! Да стойте же вы, наконец! Я все придумал. Мы будем вести нашу общую летопись. Каждый день будет назначаться дежурный. Он будет записывать все, что случилось за день. Согласны? Гениально! Мы согласны! Мы тоже! Пойдемте ко мне. Составим расписание. Завтра начнем с тебя, Лося. Обязательно нужно завести деталь. Где я? А где мой дом? Принцесса Нюша томилась у темницы 200 лет. Сколько же я спал? Что же здесь случилось? Спустя несколько тысяч лет начался ледниковый период. Земля покрылась лёдом. Произошла катастрофа. История нашей цивилизации кончилась. Я остался один. Спокойно. Спокойно. Я выжил. И я должен начать новую историю. Проснувшись в 2003. Какой же сегодня год? Тогда так. Вначале было слово. И слово было...